внимание интернет, подписчики мои. Вот сегодня у нас предвыходный день, пятница. Приехала машина вот такая вот, ребята, посмотрите внимательно. Вот ее хозяин Александр. Здравствуйте. С Казани. Вот с такими колесами. Смотрите. Александр, это для души машина сделана? Ну да, для себя. Для себя человек машина просто... Машина выходного дня. Машина выходного дня. Покататься, погоняться, поездить по бездорожью. Вот. Значит, ребята, Саш, а теперь скажи, какая идея у тебя была поставить сюда V-образный двигатель объемом 4,7, да он? 4,7 это, да. Ну, 4,7 не обязательно, можно поменьше, 4,3. 4,7. Ну, вот сейчас здесь какой стоит? Сейчас здесь стоит на данный момент 4,7. 4,7, хорошо, ладно. ЗМЗ двигатель. 523. Ребята, это еще не все. Вот он приехал к нам издалека, из Казани, поставил задачу, Иван Федорович, видите, карбюратор вот на таком приехал. Ребята, опять не все. Он поставил задачу Ивану Федоровичу, что этот карбюратор его немножко не устраивает по расходу, по динамике, по работе, вообще общей работе. Смотрите, какие лапки стоят. Это какой диаметр? 35-й это. 35-й. 35-й размер. 35-й размер. Ну, кто... Вот. Кто понимает, те знают. Все знают, да. Хорошо. Ребята, так вот. V-образный двигатель. Поставлена Иван Федоровичу задача установить на... Они дали еще один коллектор. Установить на этот двигатель два спаренных Соликса 73-х. Пойдемте, я покажу, как они выглядят. Только идет, только-только вся работа только началась. Значит, здесь нюансы. Иван Федорович, ребята, тихо. Тихо. Работа только началась. Иван Федорович делал слепую, не видя автомобиля. Вот коллектор, который был прислан Александром. Иван Федорович, пожалуйста, вкратце. Значит, что вкратце? Что здесь? Был сделан вот такой переходничок. Так это будет. Сейчас, стоять. Иван Федорович. Здесь вот у нас переходничок. Штуцер картерных газов. Это будет стоять вот так. Вот этот вот коллектор вот. Был сделан Иван Федоровичем, ну, да. Придуман руками. Это уйдет у нас на картерные газы. Это я пока не подсоединял, потому что до трамблера не знаю. Здесь через тройничок пойдет вакуумный. На трамблер. Трамблер. Здесь, с этой стороны у нас идет. Здесь закольцовка подогрева. Смотрите, ребята, как решена проблема, значит, Ваня, покрути. Вот, синхронизация. Вот, открыто. Вот воздушная заслонка. Двух. Заслонки. Вот регулировка. Количество можно делать одним винтом, то есть мы его наворачиваем. Холостого хода. Холостого хода, да. И они синхроненько оба чуть-чуть отходят. Даже... Ага. Замечательно. На всякий случай. А топливные будем, наверное, двумя крутить. Посмотрим. Топливные, да. Топливные мы будем регулировать уже. Просто еще незнакомые. Да, мы еще не знаем, что получится. Что получится. Но снимать уже нужно, пора уже снимать. Вот, ребята, вот это действительно большая работа была проведена. Вот с этим особенно очень, возни было много. Да не то, что возни, думали, Иван Федорович думал, как здесь еще все, куда. Ограничение по высоте было, надо было. Покажи, Иван Федорович, фильтр, он тоже сделан самодельно. Фильтр-то что? Пока, вот вчера он тоже сидел тут до ночи. Вот такой, Вань, одень его, одень. Вот такой вот. Это будет видно. Волговский фильтр был применен. Волговский фильтр. А ты покажи вот это. Фильтр я сейчас не поставлю, там ограничитель надо оставить, потому что его надо выдавить по... Поэтому. Ну, здесь пока еще ничего не крашено. Ну, ладно, пока прервемся. Дело в том, что сейчас будет
процесс установки показан, он, наверное, никому не нужен. Держать камеру. Рука в камеру. Гайки крутить. Вот как-то так. Итак, мы продолжаем наш сегодняшний интересный ролик. Вот, значит, Иван Федорович сидит, Александр, вон его отец там. Ребята, наступил момент истины. Момент истины, Саш, ты там держи там как хочешь. Машина готова, сейчас мы вам ее покажем. Сейчас вот предварительно, значит, Александр прокатился. И ему очень понравилось. Саш, пару слов без протокола. Пару слов для народа. Как я к вам попал? Да. Значит, поставил двигатель. Двигатель мне очень нравится, все классно, да, в нем. Дошло дело до карбюратора. Карбюратор его на свой родной, вот этот какой там 135. К-135, что ли там. Да, он, ну, не работает так, как хотелось бы. Не дает ту динамику, что хотелось бы. Ну и инжектор. Инжектор у них есть. Предлагали, да? Сейчас предлагали. Не предлагали они сейчас эти новые двигателя. 523. Они идут инжекторные, да. Ну, что-то там с программой. В общем, видимо, еще и программу хорошую на него не прописали. Программист не родился еще. У нас, да, с этим у нас этот умных людей не хватает, видимо, у нас. Все уехали отсюда. Ну и, в общем, получилось так, что есть карбюратор хороший у нас один. Это какой? Озон? Нет. Соликс. Да, ну это все равно с той же серии. С нашего завода. Да, встал вопрос, как установить их туда. Позвонил я, значит, специалистам в Петроград, всем известным. С ними посоветовался. Дорогу, они меня перезвоню. Сразу поддержали. Ну и, значит, задумали мы это общее дело, что сегодня и получили, да. Получили положительный результат. Мужики, я этим очень доволен. Вот сейчас это, я просто продолжу немножечко, Сашу перебью. Сейчас Иван Федорович, остался совсем маленький штрих. Иван Федорович сейчас закончит эту коробку, фильтровую. Значит, ну пока там есть нюанс. А мы сейчас с вами, просто пока он тут делает, предварительно прокатимся. Я камеру подержу. Александр, иди еще раз, прокати меня. Он говорит, мужики, что просто кипятком писит от удовольствия. Вот такой красавец. Сейчас. Блин. Ну-ка, подожди-ка. Тихо. Эх ты, блин. Не могу встать. Оба. Вот, мужики, старый какой. Становлюсь. Ну, нам не надо, нам здесь спать. А, здесь спать? А старый становлюсь. Заводится полтыка. Заводится как Жигули, да. Потому что карбюраторы от Жигули, наверное, да? Наверное. Газа назад даже спокойно, на малых устойчивых все очень работает. Двигатель, конечно, работать стал по-другому. Ощущения другие. Устойчиво, да. Мужики, он буксует. Обороты он задними колесами. Оборотов раскручивает он намного больше, чем со своим 135-м карбюратором. 135-й здесь рядом стоял. Второй. 80 на третий. Саня, ты кончай, я боюсь. 100, да, уже? Да, научили УАЗик ездить. Молодец. Ну, короче, удовлетворили все мои потребности. Так что я очень доволен. Результат имеем положительный. Вот, мужики. Чего всем желаем. Берите телефончик, смотрите. Вообще-то, такие это не первый случай мы ощущаем. Мы видели в интернете. Ребята ставят на Волгу эти двигателя, хотят получить динамику.
и все такое. Но не могут получить. Всем карбюраторам об этом можно даже не мечтать. А с этим, да. С этим, да, все классно. Мужики, и это просто на чуйку поставил зиклеры. Ну, на чуйку. 2,73. Обычные для Нивы. У них два здесь стоят. Регулируются холостые просто великолепно. Дальше подсос тоже. Там даже один карбюратор его тянет. Один, ну, холостой, да. Что-то. Ну, он, видишь, для лучшего распределения смеси по цилиндрам, да. Тут будет два. Он в общую работает, потому что. Вот, сейчас. Поговорили там что-то, как мотоцикл Урал будет, там два карбюратора. Кто тебе так делал? Кто тебе так говорил? Говорили, что лучше даже не делай, не задумывайся об этом. Ну, как бы. Обманули. Все-таки, да. Похоже, они были неправы. Ну ладно. Ребят, мы потом продолжим с фильтром. Да, сейчас фильтр дадим. Это, Саша, открой капотик, я посмотрю подкапотное пространство, пока фильтр не стоит. Блин, я как с КамАЗа прыгаешь. С той стороны, где тяги, покажите, ребята. Ага. Да. Ты, Иван Федорович, все делал. Мне по во сне не приснилось бы, наверное. Я тоже думал, как, но такие моменты все-таки это. Голова особая нужна. Вот так все получилось. Сейчас осталось проделать фильтр. Тросовый привод, мужики. Да, тут все прекрасно. Тут даже трубочку он поставил, чтобы подсосы четко работали. Да. Оба синхронно. Все синхронизировал. Так что холостой одним даже крутим, холостого одного нет, хватает. Нет, этот холостой оба дросили крутим. Оба, да. Но тоже. Качество да. Крутим обе двумя. Качество по отдельности, да. Оба поддаются, мы регулировали. Потом с фильтром посмотрим. Оба поддаются, ребята. Четко все, горочки здесь все ловятся. И первого, и второго карбюратора, то есть как бы все классно. Замечательно, мужики. Просто обалденно, мне, я мне очень это без, доволен. Это без доводки. Получили сразу в точку, на чуйку. Да, рекомендую вот этим ребятам, которые хотят от Волги получить обалденную динамику от этого 8-цилиндрового двигателя. Без этих карбюраторов, похоже, у вас это не получится здесь. Ноль на выходе, два на входе. Да, наверное, так. Потому что вот он, как бы, ну, я не знаю, что это такое. Его карбюратором я не могу назвать. Это просто какое-то устройство там, да. Для подачи топлива. Подачи топлива, да. Ну ладно, пойдемте туда, а то сейчас мы тут договоримся до всего. Вот последний штрих. Ставится воздушный фильтр, автографы Ивана Федоровича, главного виновника сегодняшнего торжества. Или Порошина. Стрелка вперед. Хозяину очень понравилось. Хозяин так. В восторге сейчас. От случившегося. Вот. Сейчас мы, значит, заканчиваем наш сегодняшний. Сейчас еще с фильтриком проедем. А, мы эти шпильки еще подрежем. Здесь и только немножко, Ваня, Иван Федорович, не будешь показывать эту вещь? Там. Потому что. Это ребята уже доедут от дома. Да. Вот сюда хобот приварят. Да, и на второй потому фильтр. Потому что не было, не или, было или задачи. Два фильтра будет. Поставят. Да. Вот таких они хотят. Да. Вот здесь место позволяет. Ну, это уже дело творческое. Это уже. Иван Федорович проявил инициативу. Сделал фильтр, чтобы было сразу все. Ну вот видите. Они не знали, какой фильтр будет стоять. А с фильтром тут. Все, сейчас обрезаем эти шпильки. Он и так не заденет. Он и так не заденет. Ну, подрежем, ладно. Чтобы не думалось. Так, что, Мухаммедович, что, будешь что снимать, да рассказывать? Мужики, вот, смотрите, давайте это... Саша, ваше последнее слово. Скажите, как вы, удачно ли приехали? Приехал я очень удачно. Результат имеем положительный. Спасибо вам, конечно, за все за это. Без вас бы нет, бесполезно, у меня ничего не получилось бы.
Ну и у ребят, у тех, кто пытается такие двигателя поставить там на Волге, на УАЗике, получить от них там хороший крутящий момент. Без этих карбюраторов я сомневаюсь, что у них что-то получится. Инжектора тоже там все сложно. Программы, наверное, пока нет такой прописанной, правильной. Ну, главное, Сань, что мы добились результата. Я вообще доволен. Положительно. Доволен на 100%. Мужики, она буксует первые 10 метров. Он просто, да. Ну, давайте вот на этой приятной ноте мы остановим наш фильм. Всем до новых встреч. Пока-пока. До свидания.